И знаете, что в следующий раз не надо делать? Блин, не надо мейки очень на мало времени делать. Как-то вообще пустая стена сейчас. Привет, и... Сивирус, привет, и сегодня мы будем разворачивать, Привет, и сегодня мы будем делать распаковку новой моей замечательной метлы, которую мне подарил Сивирус. А, люблю его, он всегда знает, что мне подарить. Поттер, заткнись уже и разворачивай, а то обратно заберу. А, ну разве он не душка? И да, Сивирус знает, что несмотря на то, что мы переехали сюда, у меня все еще остается... Да, любимое хобби это квиддич. И вообще-то не просто... Хобби, да. Я все еще тренирую ребяток с Хогвартса, но вы знаете. И самое главное, чтобы она пришла целая. Блин, ребят, самое главное. И она уже начинает сыпаться, я понимаю, что уже что-то не так. Блин. Так, надо что-то сюда подстелить. Кстати, я так и не придумала, как назвать эту метлу, но ничего, бывает. Вот запаковали, блин. Фак, в самом нужном месте оно перегнулось. Блин. И Сивирус, это так замечательно. Да, если бы тут не было одного момента, было бы вообще все замечательно. Эй, ты говорил, Поттер, особо не обнадеживаться. Ты же знаешь эти магловские доставки. А, ну все равно она просто прелесть. Я знаю, что можно здесь будет... сделать. Ага, я уже предчувствую. О, замечательно, я люблю, когда так происходит. Мы все ж любим, когда так происходит, да? А, и тут нарисована замечательная милая ведьмочка. Поттер, это намек. Ведьмочка. А, Сивирус. Вот здесь, вот, понимаете, перегиб. В принципе, можно подкрасить, пофиг. И да, она не совсем прям, чтобы сказать, длинная, я бы сказал. Но она довольно-таки милая, да, это новая модель, замечательная модель. Как там писали в последнее время в журнале по квиддичу? Насколько я помню, это искорка. Но сказать, чтобы на искорку она-то не совсем похожа. Но тем не менее, знаете, моя довольно-таки старая уже и довольно-таки прохудилась, правда, Букля? Ну скажи, ну в принципе ж ничего, да, Букля? Ну вот, по крайней мере, знаете, ну да, она... Специфическое, но, возможно, будет и ничего. Эй, здравствуйте. Букля, что с тобой, Букля, ты пьяная? Ну, знаете, в принципе, мне даже и нравится, хорошо лежит в руке. Да, Поттер, ты много можешь сказать. Потому как она лежит в твоей руке. Я всегда знал, Поттер, что у тебя особая любовь к твоим мётлам. Сивирус, не в том смысле. Самое главное, Букля. Букля, пожалуйста. Самое главное, конечно, будет проверить, насколько она хороша в действии. По крайней мере, ребят, у вас уже есть ствол, и мы можем что-нибудь пришпандорить сюда. Уже веселее. То есть в двух местах перегиб. Наша почта. Люблю ее. И на данный момент... Слушайте, знаете, когда хочешь сделать распаковку Гарри, но ты абсолютно не знаешь, что об этом сказать. Особенно, когда ты получил, ты видишь вот здесь вот перегиб, да? А вот здесь вот перегиб. Но, слава богу, оно в упаковке вообще вот так вот было. Но хорошо хоть можно было, ну, оно немножечко гнущееся, поэтому, ну, хоть как-то, знаете. В принципе, здесь краской можно при большом желании подмазать. Чтобы не так сильно бросалось в глаза. Хотя, вы знаете, там сучки, задоринки, бывает. Самое главное сейчас проверить ее в действии. И что я могу сказать, как оно... И самое главное сейчас ее не ухандохать. Как она смотрится на фотографиях, самое главное. И как она смотрится на мне. На этом, на детской версии. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну,
знаете, по крайней мере, что-то есть, да? Вот вы мне скажите, зачем я делала вот этот вот мейк, чтобы 3 секунды поразговаривать в голосе Гарри, а потом понять, что, блин, какой из меня Гарри? Ну, бывает! Короче, ребят, знаете, я надеюсь, вы просто повеселились вот этому вот мейку и вообще всему. Да, я сегодня в немножко темнейшем оттенке, который я использовала тогда на загорелого Гарри. Напишите, если вы заметили, если вообще есть какая-то разница. Ну да, я не при ярком освещении, поэтому сейчас не совсем заметно. И я все еще пыталась использовать Ben, ну вот iMagic, да, когда вот как раз у меня был этих марафон различных персонажей и прочего. И я пыталась это сделать, но получилось так, что, блин. Очень специфически получилось, поэтому как-то так. Yesterday, na-na-na-na-na, yesterday. О, давайте сделаем караоке Гарри. Такого у нас еще не было. Все равно мы сейчас в образе, я не знаю, что мне делать с Гариком, короче. Поэтому давайте споем. А не спеть ли мне песню? Сиверус, не спеть ли мне песню, а? О любви. А носатой сволочи, что я люблю. Длинноносой. Поттер, оставь же в покое мой нос. У меня и так по нему комплексы. All I want is nothing more. To hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more. Cause if I could see your face once more. I could die a happy man, I'm sure. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Мне очень нравится, когда у меня появляются какие-то люди, не знаю, неизвестные в сообщениях, которые... Ты кто? Не, которые мне шлют неизвестные фотографии, на что я отвечаю. Ты вообще хотя бы скажи, кто ты, я не знаю, что ты мне вообще шлёшь. Ну никто не понимает! Это такое, ты вообще кто? А ты кто? Я думаю, господи... So what you want me? Why'd you leave me? Take my body. Take my body, cause all I want and all I need is have somebody like you. Может, почитаем фанфики, а? А давайте почитаем фанфики, а почему бы и нет? Итого, мы сегодня собрались, чтобы почитать фанфики, просто потому, что мы можем почитать фанфики, просто потому, что мне нечем убить ближайшие пару часов. Не как всегда, Поттер. В общем, это обычное состояние. И сегодня мы почитаем Джен, Гет, Слэш. Сиверус, ты что хочешь почитать? Давайте почитаем Слэш. О, другие виды отношений во вселенной Гарри Поттер. Это, конечно, интересно. Давайте-ка глянем, наверное. Пэринг, рейтинг, даже не знаю. Размер, давайте мини. Любой жанр показать. Другие отношения, простите, с кем? С кем у меня непонятные отношения? Белла? Ладно, а давайте почитаем Гет. Мне просто интересно. Давайте. Лили Поттер и Джеймс Поттер. Нет, знаете, есть что-то определенное, что я не хочу знать о своих родителях.